Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я покажу действительно полезные товары для дома с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Велосидушка с фонарем. Содержит мягкий силикагель и губку высокой плотности, помогающие защитить ягодицы от неприятного ощущения во время езды и снизить усталость мышц. В хвостовой части накладки расположен сигнальный фонарь, обеспечивающий отличную видимость и безопасность в темное время суток. Кошачий мостик. Устанавливается на стену и позволяет кошкам играться и резвиться, а также удобно расположиться и отдохнуть. Мостик оборудован перилами и может использоваться в качестве когтеточки. Продается длиной 90-140 см. Сумка-кровать для новорожденных. Многофункциональный трансформер, который пригодится всем мамочкам, путешествующим со своими детьми. В сложенном виде он представляет собой вместительный рюкзак с множеством карманов, а в разложенном превращается в детскую кроватку, которую можно разместить в любом удобном месте и уложить ребенка. Полочки на стену. Металлические доски в дырочку помогут организовать пространство на рабочем месте, уголке для творчества, в гараже и на кухне. Также они будут хороши и для ванной, и для прихожей. На них можно разместить не особо тяжелые кухонные принадлежности, цветочные горшки, ключи и различные гаджеты и девайсы. Плавающая лампа для бассейна позволяет создавать неповторимые световые эффекты прямо на воде, значительно расширяя возможности декоративного освещения. Лампа имеет большое разнообразие цветов. Игрушка антистресс Pop-It представляет собой яркую силиконовую форму с выпуклостями, на которые надо давить пальцами. Чем-то она напоминает бесконечную пупырчатую пленку. Давишь на шарики, переворачиваешь игрушку и продолжаешь. Вертикальная игровая мышь. Работает в состоянии естественного ручного захвата с ладонью, обращенной в бок. Благодаря этому уменьшается усталость рук, запястья и пальцев даже во время длительной работы или игры за компьютером. Мышка имеет 6 кнопок, включая колесико. Сейчас биткоин просел до 30 тысяч долларов и резко вырос до 40 тысяч. И ты все еще думаешь, что поздно покупать. Самое время заработать на биткоине, но если ничего не понимаешь в этом, тебе поможет компания Avalon, которая все сделает за тебя. На вложенные вами деньги компания покупает криптовалюту по низу рынка, а продает на пике. Делают прибыль и делятся ей с инвесторами, выплачивая по 1,3% каждый день к вложенной сумме. Более 700 тысяч успешных инвесторов – показатель надежности компании. Чтобы стать инвестором и начать зарабатывать, тебе всего лишь нужно перейти по ссылке в описании, пройти быструю регистрацию за 2 минуты, выбрать тариф и получать стабильную прибыль каждый день. Итак, на прошлой неделе я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Все в твоих руках. Проходи по ссылке в описании и регистрируйся. 2 минуты, и ты успешный инвестор. Автомобильная шторка. Фиксируется с внутренней стороны лобового стекла с помощью 4 присосок. Шторка удобно скручивается в рулон и быстро разворачивается, защищая от палящего солнца летом. Бандаж для голеностопа. Обеспечивает поддержку связкам и костям во время нагрузок, занятий спортом, а также в реабилитационный период после снятия гипса. Пригодится и людям, создающим чрезмерные нагрузки на ноги.
Швабра на 360 градусов является очень удобным вариантом, которым можно пользоваться без необходимости выжимать тряпку руками. Этот процесс здесь происходит путем выдвижения и задвижения встроенного механизма. Насадка швабры поворачивается на 360 градусов. Часы с проектором показывают время, температуру воздуха и уровень влажности. Текущий час также можно отобразить в виде лазерной проекции на стену или потолок. Устройство оснащено функцией автоматической регулировки яркости подсветки, зависящей от освещенности. Светильник с супергероями устанавливается на стену вместе с 3D-наклейкой. Благодаря этому создается впечатление, будто светильник выступает из пролома. Продавец предлагает разные дизайны с супергеройскими артефактами. Настенный декор. Стильное украшение, выполненное из тонких металлических прутьев, образующих простые слова на английском. Для крепления используются шурупы. На сайте можно найти много вариантов дизайна. Органайзер для рабочего стола. Если у вас небольшой стол и нет шкафчика для хранения необходимых принадлежностей, можно воспользоваться подобными ящичками. Они устанавливаются на внутреннюю часть столешницы с помощью клейкой ленты и обладают отличной вместимостью. Складная шариковая ручка стилус выполняет сразу несколько полезных функций. Один из концов может послужить стилусом, другой – компактным фонариком. А сложив инструмент пополам, вы получите удобную подставку для телефона. Терка для сыра представляет собой нож со струной, с помощью которого можно нарезать тонкими и аккуратными ломтиками сыр. При желании их толщину можно отрегулировать, перемещая упор и закрепляя его винтом на рукояти. Браслет для девушек понравится всем фанатам комиксов Marvel. Украшение напоминает перчатку бесконечности, использовавшуюся Титаном Таносом при попытке завоевания вселенной, о чем свидетельствуют камни разных цветов. Однако это не перчатка, а скорее кольца и браслет, соединенные цепями. Диспенсер для туалетной бумаги. Очень удобная вещица, совмещающая в себе отделение для рулона, полку и выдвижной ящик, где можно хранить влажные салфетки или другие принадлежности. Полка же подойдет для размещения различных устройств или освежителя. Мини-проектор. Приятная по своей стоимости модель с лампой, поддерживающая HD-формат. Оснащена функцией ручной коррекции трапециевидальных искажений, перспективы и фокусировки. Имеет интегрированный динамик и слоты для подключения внешних источников мультимедиа. Мужская дорожная сумка. Одежда здесь кладется в специальное вместительное отделение вместе с вешалкой плечиками в полностью расправленном состоянии. Портплед оснащен отделениями для хранения полного комплекта одежды, включая ботинки и внешними карманами, рассчитанными на устройство и нужную мелочь. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!